Как только вы заметили первые какие-то признаки того, что у вас начинается облысение, или как часто у мужчин начинает лысеть именно теменная зона, макушечка, так сказать, прекрасный способ восстановить, значит, волосяной покров и, в принципе, остановить, успеть поймать тот момент, чтобы человек не облысел до конца. В аптеке покупаете настойку стручкового перца, она идет на спирту, в принципе, она безаллергенная. Смешиваете один к одному с любым маслом, это может быть кокосовое, миндальное, или даже если нету ни того, ни другого, оливковое или обычное подсолнечное масло. И каждый вечер перед сном аккуратненько по проборчикам, там просите кого-то сделать, либо сами в перчаточках, не попадая в глаза и на любую слизистую поверхность, там ватным тампончиком промакиваете, значит, то местность, где у вас начинается облысение, и прекрасненько ложитесь спать. При этом у вас будет немного чувствоваться прогревание этой зоны, где вы наносите спиртовой вот этот раствор. Но для того, чтобы сильного такого не было и не было ожога, вы добавляете вот как раз одну часть масла в эту настоечку. Приблизительно через 2 недели использования такого вот компрессика у вас начинает расти первый пух. Такой пушок, как у маленьких детей, а потом он начинает перерастать в обычный волос и, в принципе, зарастает вот эта вот лысеющая ваша поверхность. Ой, умница какая.